Законы Испании, регулирующие процесс выселения должников по ипотечным кредитам, слишком суровы по отношению к заемщикам и не соответствуют европейским нормам. К такому выводу пришел Европейский суд. Из-за экономического кризиса и роста безработицы в Испании десятки тысяч граждан стали бездомными, пустуют тысячи квартир. Представитель организации по защите жертв ипотечного кризиса ждет конкретных действий от правительства страны. Мы уже говорили о необходимости изменить закон. Осуществление правосудия не должно зависеть от наплыва исков граждан или активности судей в Европейском суде. Нам нужен закон, который положит конец нарушениям основных прав человека. Принудительное выселение за неуплату кредита стало причиной целой волны суицида в Испании. По действующему здесь закону, даже после конфискации банком недвижимости, должник обязан погасить оставшуюся часть займа. Испанские власти уже заявили, что как можно скорее пересмотрят законодательство.